вами Илья. Я в прошлом видео обещал собрать эту крепость, то есть, и показать, какая она у меня получится. Она очень огромная, занимает весь стол. Спасибо за подписчику за новогодний подарок. А сейчас мы рассмотрим, из чего она состоит. У нее открываются ворота. Мы вот эту вот так тащим. Замок вот так тащим. И так же закрывается, только в другую сторону тащим замок. Еще тут есть кран подвижный, очень даже. Есть охранник. Это робот такой, в котором два человечка сидит. Вот они. И еще четыре пушки. Через них никто не пройдет. Еще там есть роботы. Сейчас я вам их покажу. Вот они. Один злой. Он нападает на крепость, а точнее захватывает. Другой добрый. Он должен убить вот этого робота внутри злобного робота. Теперь мы рассмотрим эти машины поближе. Они защищают крепость. Это вот так вот стреляют, но я не буду стрелять, потому что я сейчас нахожусь в зале, и они могут потеряться. Этот кран для того, чтобы перетаскивать ракеты, например, атомную бомбу, или всякие инструменты, которые вы тут наблюдаете. Есть огнетушитель, есть разводной ключ, есть молоток, есть обычный ключ, есть отвертка, есть пистолет также. Но это не инструмент, конечно же. И я, как вам рассказывал, там есть вот так дрон, например, дрон. У него открывается потолок. Еще внутри него есть два человечка, которые им управляют. И есть клавиатура. И еще под низом есть одна бомба. И есть вот такие вот пулеметы. Два. Еще тут есть охранник. Это робот с человечком. Тут есть две ракеты, которые вы видели вон там. И там он защищает. Например, кто злой ворвется, он выпускает ракету. Или кто вот сюда забрался, например, вот этот вот паук, он стреляет тоже бомбами. Спасибо всем за внимание.